Добрый вечер, дамы и господа. Поздравляю всех с праздником тунеядца. 2 апреля. Праздник учредил Дмитрий Подковыров, он же тунеядец. И он в знак праздничка пьет, соответственно, у себя на канале чай с шоколадкой из Ашана. А я решил прикупить чизкейк из магазина Топс и также отметить данный праздничек таким вот сладким продуктом. А подписывайтесь на канал. Чао-чао, с вами был Олег Муравьев. Празднуйте праздник тунеядцы. Разумеется, те из вас, кто или вовсе не работал, или работал в этой жизни мало. Одним словом, всем я желаю свободы от всяческого вида работ и желаю, чтобы вы просто наслаждались жизнью. В этом я, черт возьми, смысл, а вовсе не в проливании пота, стоя где-нибудь у неприятного станка или складываю какую-то стену из отвратительных кирпичей.